Всем привет, с вами Демон Сталкер, и это Эвен Колони. Первый взгляд на космическую тематику игру. Всем приятного просмотра. Мы будем строить колонию на отдаленной планете, развивать ее, защищаться и многое-многое, наверное, другое. Это первый взгляд. Мы начинаем. Welcome to the A. Давайте. Вот это прикольно, такая, да, местность. Killer is trend. Интересненько. Блин, вот это красиво, да? Интересно, да, будет посмотреть, что такое. Давайте, начальные ресурсы. Не будем наглеть, ставим высоко. Ну, природа так есть нормально. Боевой дух. Минералы. Ну, это референдум, это выборы. Контейнер снабжения. Давайте с три маяка, сложно с экспедиции. Нормально. Так, запускаем. Прикольно посмотреть, что это за планета. We'd like you to increase the colony's population. Это карта песочницы. Можете строить колонию по собственному усмотрению, пока она жизнеспособна. Мы станем предлагать вам задачи по мере роста населения и получения благодарности. Но других целей перед вами останется не будет. Достичь населения 50 человек. А, так, сделаем бит. 255 нанитов у нас. Как я в точку угадал. Так, ну с чего же нам начать? Начать, наверное, надо геотерминальный генератор. Где он ставится? Так, здесь железо мы добываем. Добывать воду из-под земли. Так, это вода. Так, фермерское сооружение. Так, оборонительное, да. Добывает меня гораздо быстрее, чем шахта. Надо обычно срок минут, но уничтожать срок минут в процессе. Такие минералы, как железо, мне свой колесо зарюмится залежи. Давайте обычную шахту построим. Будет медленно добываться. Зато мы не потеряем ничто. Может быть потом лазерную шахту построить. Не дать привлечь работника. Ага, работников. Нам надо построить еще какой-нибудь дом. Энергия, так. Так, надо солнечную панель еще.
Это батарея. Да. Так, поддерживает дрон, который будет выгонять радиус. Дрон строит, строит, улучшает, ремонтирует. Уже у нас где-то и есть. Давайте улучшим. Так, склад хранит большое количество любого ресурса. Так, да, нам надо позаботиться о ферме. Как-то здесь плохо с этим. Мы, похоже, выбрали неудачную планету. Видимо, зелень больше здесь будет. Мне кажется, не показывает просто. Давайте чуть-чуть уменьшим здесь что у нас? Скажешь, когда тоже рис будет вращаться. Так, 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 так. Вода, нам надо водяной насос. Для производства нанита. Так, можно разобрать.
As you recall, the Constitution guarantees your citizens the right to vote on their colony governor. It looks like that time is upon us again. Так, 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 так. Рано мы еще. Нам же надо, блин. Вот что значит первый взгляд. Так, так, сооружение, это что? Малость кланов, а я пищу начну. I think you're on track to win this referendum, but here's the feedback I've compiled from your citizens. Так, 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 давайте на паузу поставим. Это что, в этом сооружении хранится 135 единиц ресурсов, они будут утеряны, если хранить будет недостаточно места. Так. Ага, это склады. А нам надо производство. Вот, позволь нанять из железа, меди. Вот. Все, теперь мы наниты будем добывать. Все, отлично, выкрутились, как говорится. Прямо рядом со складом. Так, здесь люди работают. Все, добываем. Of low food supplies are quite concerning. Please make sure your colony increases food cultivation immediately. Так, у нас проблемы с водой. Seem happy with your performance, and I think you have a good chance to win this referendum. Может быть, неудачная планета? Деск. Пусть у нас проблемы с водой. С пищей, блин, проблемы. А вот это еще не хватало, блин. Жесткая планета, блин, жесткая. Ну, я эту игру толком не знаю. Смотрел, с
всего что чуть-чуть там обзорчики. Ой, как у нас все плохо. Все плохо у нас, пищи плохо. Несъедобное место, ну, когда можно переработать в разного рода пищу. Корисно. А, в муку, когда надо, вот, ну, что сажать-то? Рис надо сажать. Я и не посмотрел, то это несъедобно. I think you're on track to win this referendum, but here's the feedback after the Да, мой рейтинг падает. Так, так, надо что-нибудь. Стойте, нам нужна пища, нам нужна вода. Я не посмотрел переработку, то а все. Народ начинает, наверное. Это все равно уже, наверное. Да, это, знаете, надо. Главное, наверное, новая игра. Welcome to the Беду считает, что это тоже какая-то вот. Все, вот это, я думаю, получше будет. Вот, здесь все зелененькое.
Where's your next population growth target? Так, давайте первым делом, первым делом. Да, больше выстрелить. Так, давайте сразу же. Вот это так, так нам воздух нужен. Так, производство. Вот это есть, положено. Отлично. Строить. А, потому что здесь ферма, да? Чем заканчивается пища? We're concerned about the food situation in your colony. Hunger appears to be a growing problem. Is everything all right down there?
Почему ничего не строится? Энергии нет, и нет. Может, зима пройдет, все появится. Вообще игрушка, я бы сказал бы. И не сложно, и не легко. Главное вовремя все, чтобы тут все хорошо, и с пищей, и это. Туда поставил этот источник. Да, это ж вторая планета уже как-то нам не удается поиграть, а? Понял. Welcome to the... Вот эту попробуем планету. Вот здесь хоть зелененько. Вот так. Давайте первым делом. Так. Шахта. Раз. Шахта. Два. Фабрика на нитах. Так. Так, у нас что-то с энергией, да, надо солнце, оп, и ветряную, все. Так, ферма, ферма. Так, вода. Все, так. Так, пускай строится. Надеюсь, эта планета нам будет хорошо. Я-то думал, здесь больше зеленого, иначе должно все быть нормально. Давай, а? Вызовем это. Сразу же.
We'd like you to expand your colonies. Так. Вот, с водой у нас проблем нет. Так, пища. It's time for a referendum election. Значит, из этого не добывают, да, из солей. Чем он сейчас? Так, нам надо. I think you're on track to win this referendum, but here's the feedback I've compiled from your citizens. Good news. Your citizens seem happy with your performance, and I think you have a good chance to win this referendum. Так. Вода из воздуха. Пускай будет вода из воздуха и... Thank you.
you're on track to win this referendum, but here's the feedback I've compiled from your citizens. Так, 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 где у нас? Congratulations on your referendum victory, boss. Congratulations on your referendum victory, boss. Мне надо привлекать работников. Давайте. Сейчас будет построен эту фигню. Ну. Нужно. Давайте. Что такое? Меня такое надо остановить. Блин, надо первым делом строить. Надо привезти. Пока есть работа. Что мне такое отключить? Thank you.
welcomed. Не, мне вот это понравилась карта. Давайте первым делом. Так, где? Я опять на ошибку сделал. We'd like you to expand your colony. Да, как-то у нас не заладилось с самого начала. Приплыли, нет энергии. Ладно, ребят, это уже какой-то фейл, блин. Эпик фейл, блин. Ладно, всем спасибо. И кому понравилось эпичный фейловый первый взгляд, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Надеюсь, в следующий раз у нас все получится. Всем покедово.